Накануне в вечерних сумерках в Заречном микрорайоне Екатеринбурга на регулируемом перекрестке произошло черно-белое побоище двух легковушек, отягощенное бегством одного из пилотов. Согласно предварительной информации ГИБДД, рулевой белоснежной Kia Rio, мчавшийся по улице Готвальда со стороны Халтурина, при повороте налево на Полихинскую, не пропустил черную «Ладу Приору» и саданул ее в бок, в заднюю левую пассажирскую дверцу, за которой сидела шестилетняя девочка. К счастью, малышку отец усадил в бустер и пристегнул по всем правилам, так что маленькая пассажирка отделалась лишь синяками и ссадинами. И после осмотра врачи ее вернули отцу, 34-летнему екатеринбуржцу, с 7-летним стажем рулежки, который, судя по всему, по жизни любил полихачить и накатал 22 административки. Сбежавшему с места аварии пилоту светит до 15 суток ареста или же лишение прав до 1,5 лет.